He's out. I'll tell you what, this is unbelievable. Amanda, I'm sorry. You're a champion. I respect that. We must take the most stringent action available to us. $3 million and revocation of license. My spirit was just gone to do anything else because I couldn't do what I truly love to do. I make a motion that we grant Mr. Tyson's petition for reinstatement, that he be allowed to box again in the state of Nevada. Тайсон победит жестоким нокаутом. Я за Боту. Тайсон в третьем раунде. Майк нокаутирует его. TKO. Технический нокаут. I can't wait for Saturday. Не могу дождаться субботы. Белый буйвол возьмет верх. Я за Боту. Майк Тайсон. Тайсон. Он вернулся. 233. Бота 104 килограмма. Тайсон 100 килограмм. Добрый вечер, друзья. Мы с вами снова на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада. На той самой арене, где мы с вами уже были, когда Тайсон вернулся первый раз. Есть такое выражение, которое очень любят использовать спортивные писатели в Соединенных Штатах, называется «алхимия отсутствия». Вот эта самая алхимия отсутствия подогрела интерес к Тайсону тогда до такого градуса, что он достиг просто уровня истерики. Как это выглядит сейчас, мы с вами увидим. Майк Тайсон появляется на арене. Он появляется в 32 года, когда лучшие времена уже позади, и попытается снова стать тем, кем он был. И в этом возрасте это очень сложно. Нужно сказать, что возвращению, второму пришествию Майка Тайсона предшествовала война гигантов. Как выразился один журналист, битва миллионеров за контроль над человеком, который сам себя контролировать не в состоянии. Имеется в виду, ясное дело, Майк Тайсон. Вот вся эта арена забита битком. Здесь полным-полно, как вы видите, знаменитостей. Тут и Джек Николсон, и Мухаммед Али, и Дональд Трамп, и куча еще всяких других громких имен. И, естественно, все с интересом, но пока в полглаза будут смотреть на то, что происходит в ринге. А там сейчас к бою готовится чемпион мира Роберто Гарсия, чемпион мира по версии IBF, и Джон Малина. Чемпионский бой, но это так называемый андеркард, то есть бои для разогрева. По противнику 33. Джон Малина, пуэрториканец, уже три раза был чемпионом мира и проиграл. И теперь он решил опуститься на категорию и попытать счастье. Я хочу попросить вас обратить внимание на одного молодого бойца по имени Заб Джуда. Его бой состоится после вот этой схватки. Необыкновенно талантливый боксер этот Заб Джуда. Мы его увидим. Джон Малина, стриженный наголо, трусы у него цвета пуэрториканского флага. Гарсия боксер нестандартный, очень неудобный. Техника его кажется сумбурной, такой корявой, размашистой. Но он очень стойкий, терпеливый,
а самое главное, жестко бьющий боец. Я уже говорил, что Малина был чемпионом мира трижды. И учитывая его возраст, этот шанс завоевать еще раз, в четвертый раз титул чемпиона мира, в случае проигрыша больше может и не представиться. Поэтому для него ставки в этом бою очень высоки. На этом уровне бойцы, в общем, долго разведкой не занимаются. Они сразу переходят к решительным действиям. Приспосабливаются друг к другу очень быстро. И проявляют максимум агрессии. Особенно это характерно для Гарсии. Он вкладывается в каждый удар. Я, наверное, не сказал вам, что Джон Малина пуэрториканец из Фахардо, а Гарсия из Калифорнии. Правда, они в разных весовых категориях боксируют. Папа очень внимательно следит за успехами сына, который, в общем, уже на подходе к статусу звезды сейчас. Гарсия попадает слева, попадает прямым справа. Но Малина свой прессинг не прекращает. Судя по тому, как разворачиваются события на ринге, нам не следует, наверное, ждать каких-то тактических тонкостей от этих бойцов. Какого-то стиля, который характерен для таких звезд, как Оскар Де Ла Хойя, Рой Джонс, Холлифилд. Нет, здесь откровенный, открытый, грубоватый бокс. И, в общем-то, многие предполагают, что бой может кончиться досрочно, потому что оба бойца бьют сильно. Но ставки делают в основном на Гарсию. Он моложе, он как бы перспективней. Обратите внимание, как ведет себя рефери. В основном команды. Команды голосом, предостережение. Но его практически на ринге не видно. Он не вмешивается. Но в необходимом случае он появляется немедленно и очень решительно действует. Когда надо, просто физической силой растаскивает бойцов. Это, кстати, нелегкая работа — быть профессиональным рефери. Недаром самый известный — раздевалка Франса Боты. Руки у него уже забинтованы.
забетонированы, и на них поставлена роспись судьи, который непростой, требует определенного искусства от тренера и от менеджера. Нужно превратить кулак с одной стороны в кусок бетона по жесткости, а с другой стороны сделать так, чтобы не перекрыть кровообращение. Поэтому эта процедура иногда занимает до 30-40 минут. Бой, в общем, практически так и длился. Вот в таком ключе, в таком стиле. И маленькое преимущество Роберто Гарсии, что было неожиданностью для публики, все ожидали более решительной победы, так это довольно скупо проявлялось в каждом раунде. Проблема Гарсии в том, что он движется не очень хорошо. Ему довольно трудно догнать Малину, который вот перешел в этот поскок. В общем, ровненько так бой складывается. К этому времени у Гарсии появляется очень неприятная гематома. И вот к концу 10-го раунда Гарсия провоцирует соперника, чтобы тот шел поактивнее на него. Но ему удобнее, конечно, упереться, встать плотно на обе ступни и навязать жесткий бой противнику. Малина это понимает и не желает поддаваться на эту удочку. Под занавес в туне. Напоминаю, что это бой за звание чемпиона мира. Весит до 59 килограммов. Между чемпионом Роберто Гарсии, вот он слева от вас, спиной к нам, теперь справа, и претендентом, бывшим трехкратным чемпионом мира Джон Малин, пуэрториканец. Малина по-прежнему уверен в своей тактике. Вот этот поскок вокруг. Но, в общем, это мало что ему приносит, согласитесь. Публика великодушна. Она, конечно, разочарована тем, что бой не складывается так, как предполагалось. Но, в общем, для тех, кто пришел в этот час в MGM Grand, в общем, не так уж это все и важно. Все ждут появления главных героев нынешнего вечера, Майка Тайсона и Франца Ботта. Те thank you.
Да. Используя такую тактику, в общем, можно оказаться в безопасности относительно, особенно с таким малоподвижным боксером, как Гарсия. Но выиграть у чемпиона в таком стиле, прям скажем, маловероятно. Вот еще Гарсия нет-нет, да и выстреливает справа и попадает. Последний раунд этого боя. Все может случиться. Даже на последних секундах. Тот же самый Франц Ботта очень достойно выглядел в бою с Майклом Мюрером и в 12-м раунде был нокаутирован. Видите? Точный удар. И, по-моему, справа. Не увидел его Гарсия. Может быть, как раз потому, что у него затек глаз. Джон Малини добить своего соперника. Сам он не очень решительно действует. Только обостряется бой к концу. Низко-низко ударит Джон Малина сейчас. За 10 секунд до конца боя Гарсия наносит сильнейший удар ниже пояса. Вообще, по правилам, как вы знаете, до 5 минут дается боксеру на то, чтобы восстановиться. Гарсия извиняется и тут же бросается в атаку. Вы посмотрите, что делает тренер. Он берет боксера под мышки и приподнимает его с тем, чтобы растянуть
как бы брюшные мышцы и таким образом снять боль. Ну, в общем, как я уже говорил, этот бой не получился таким, как ожидали. Вот повтор этой комбинации, которая привела к нокдауну. Недаром есть постулат в боксе. Боксеры падают от ударов, которые не видят. Да, малоприятный финал, согласитесь. Well, ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing here at the MGM Grand, we have a unanimous decision. Единогласное решение судей. And scores about exactly the same, 115-112. 115-112. Все дают. И Роберто Гарсия сохраняет титул чемпиона мира. И публика встречает это решение довольно прохладно.